связь, комбинация, вы отрабатываете, например, там, не знаю, ну вот это, да, допустим, что я делаю, да, там, правой, левой, колено. Когда вы бьете колено, после этого что вы делаете? Вот так, понимаете? Ну, как-то не смотрите, да, согласитесь. Раз, два, два! Ну, что случилось, как бы вы его там прибили, убили, что там, непонятно, понимаете? Ну, кроссовка должна быть такая. Раз, два, три. Видите? То есть вы как бы находитесь всегда в состоянии даншин. Даншин, он должен здесь сохраняться обязательно. То есть удар, удар, фу, или это еще круче. То есть уход на фланг еще круче. То есть либо делайте простейшую вещь, смотрите, после колена. Простейший вариант концовки какой. Я его ударил и оттолкнул. Разорвал дистанцию, как бы мне ничего не угрожает. По крайней мере, я его контролирую южку. Иначе вы привыкаете к стереотипу вакуума. Тац. Остались здесь. Попали, не попали. Даже если вам больно, он вас тоже может ударить. Ножик достал в эту маму шею. Поэтому чуть контроль. И самое лучшее, когда он бам-бам, обил. Чуть в сторону фланга. И там еще и как бы человек запутался, потерялся, где он, что он. Работаем вот с таким, давайте, подходом. Так, колено и такое очень осторожно. Да, очень осторожно. Ну что он может там... Не знаю, как он себя поведет. Вот. И сразу в кабуру. Вот. Так, контроль разорвал дистанцию.